эфире «Виртуальная правда» и я, Лиза Жарких, приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. Плохо это или нет, но люди уже не представляют свою жизнь без социальных сетей. Благодаря им можно наблюдать не только за знакомыми людьми, но и за теми, кого в реальности даже ни разу не видел. Это я про знаменитостей. Начну с Юлии Ковальчук. Недавно звезда решила поучаствовать в необычном кастинге. Слышала, проводится кастинг на лучшую ведьму. Я готова. Не берут ведьмы. Говорит, глаза голубые. Черные надо. Дай глаза. Слишком красивая для ведьмы, писали подписчицы певицы. Остальные фолловеры вновь стали обсуждать сходство Юли с известной актрисой Сарой Джессикой Паркер. Тут, конечно, спорить не буду, сходство налицо. Что делает весна с другими знаменитостями, узнаю в ближайшее время в интернете и сразу же расскажу вам. Ну а если хотите знать о знаменитостях еще больше, то подписывайтесь на официальную страничку нашего телеканала в Инстаграм. Собака.ру_ТВ. На этом сегодня все. С вами была Лиза Жарких. Увидимся в сети.